Видео хочу начать с дороги. Вот такая дорога идет до дома. Здесь заезд у нас. И вот сразу дом. Для Сочи редкость, что такая хорошая дорога. И сразу же дом. Туда, дальше 5 домов. Все, больше никого нет. Улица тупиковая. Вот эта дорога, которую вы видите, она перенесется немножко влево. Потому что, ну, вот это еще часть участка. Значит, дом 222 квадратных метра. Участок 7 соток земли. Здесь сейчас трактор выберет и будет как парковка. То есть мы, получается, на машине сюда заезжаем, и под 3 машины будет место. Здесь будет подпорочка такая, стена подпорная. И лестница такая широкая наверх. Дорога, как я говорил, она сместится сюда влево. Это уже все согласовано с лесничеством. Они приедут, уберут эти деревья завтра. Вот сегодня мне застройщик сказал, что завтра все уберется. Все, заходим. С этой стороны справа у нас нацпарк. То есть никто никогда ничего не построит. И по факту у вас 7 соток земли. Ну, то есть теоретически. Но по факту можно пользоваться нацпарком. Ну, только не строить никакие там... ну, строение там нельзя строить, но в принципе пользоваться можно. Там беседки для отдыха ее использовать. Можно даже забор с этой стороны не делать, а просто застройщик сделает здесь подсветку. Внизу какой-нибудь плющ, ну, чтобы просто в глаза ничего не бросалось. Вот так, вот такой вот участок. Сейчас план участка прикреплю. Он идет такой, как в форме пистолета. А сверху сосед у нас там один. Вот, тут все, застройщик, будет озеленение, брусчатка. Вот такой вот получается у нас дом. Тоже красивый, необычный, это не просто квадрат, а такой вот тоже в форме, не знаю, такой многоугольника, наверное. Вот сейчас покажу. Здесь, значит, у нас зона кухни-гостиной. Вот, здесь можно кухонную зону поставить. Кухня, окошко, здесь как гостиная. Тут еще у нас второй свет. Можно поставить стол и, например, обедать вот с таким видом. То есть деревья все экранировать, просто привести их в порядок, они симпатичные будут, с подсветкой, будет симпатично. Что у нас? На первом этаже санузел. На первом этаже дальше заходим. Это может быть либо гостевая комната, либо как сауну ее использовать. То есть вот тут есть помещение, либо как гардеробную. Вот здесь вообще предполагалось под сауну место. То есть вот тут есть вывод воды, канализации. Ну, либо гостевую, там уже вот собственник сам решит, кто купит. Широкие лестницы, поднимаемся на второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. С этой стороны балкон у нас. Балкон. И здесь огромная просто спальня. Спальня вот с таким вот видом. Это у нас дубы растут. Вот. Окна пластиковые, фирмы КБЕ, с немецкой фурнитурой. Идем дальше. Здесь у нас тоже помещение, комната еще одна, можно как детскую сделать. Или просто комната какая-нибудь еще. Можно соединить вообще большую, будет это как гардеробная. То есть большая спальня, а это огромная гардеробная. Это санузел. И заходим, тут еще тоже полноценная спальня. С гардеробной и санузлом. Вот такой дом. По коммуникациям, значит, электричество 3 фазы, 15 киловатт. Газ. И скважина. В 3 минутах
Вот такое красивое озеро у нас. Там рыбачат. Здесь столики есть. Можно посидеть, что-то приготовить. И вообще вот такая природа. Все это в 3 минутах от нашего дома.